Что из этого я могу сделать? Может быть, мечи? Просто чисто так посмотрю. Ну, конь. Да ладно! Красивая. Просто 18 урона. Вот это называет... Ребят, ну, типа, развивается там на глазах, там все такое, да? Всем привет, с вами Лев, это, ребята, время Хардкора, часть 6, и, в принципе, я не буду медлить и сразу же расскажу, что я сделал за эти 3 дня перед этим видео, да, в принципе, что я построил, что я поделал понемножку, да, а именно, ребята, я сделал вот 2-й этаж, да, я сделал его сегодня, и, в принципе, ну, я просто скопил суть первого, то есть балкончик, все это скопировал, но там только сверху убрать надо будет, некрасиво. Да, ну и, в принципе, вот, видите, как бы больше сделал вот эту площадку, да, огород, так сказать, да, и, в принципе, я начал выращивать много изумрудов теперь, да, в принципе, реально много сейчас уже вырастил, так сказать, да, изумрудики, и, смотрите, у меня есть теперь крутая броня, да, вот изумрудная, есть крутой меч, да, вот так вот он крафтится, то есть обычная броня, ну, по-обычному крафтится, только из изумрудов, и, в принципе, да. В принципе, что я сейчас сделал, я сейчас, короче, крафтил вот такие вот крылья, да, вот, в прошлой серии я скрафтил обсидиановые крылья, а сейчас я скрафтил вот такие вот обычные крылья, у которых сколько прочности надо посмотреть, кстати, интересно. А, 1250, ну это мало, да. В принципе, я сейчас отправлюсь в мир новый, да, в который я еще ни разу не ходил, ну, по крайней мере, да, я в него точно ни разу не ходил. Ну как, я ходил только что, я только что в нем был, но я, ну там плохо записалось, короче, и лагало все, поэтому я сейчас решил перезаписать, и записать видео, наверное, в 30 FPS будет это видео, потому что тяжело, да. Так, хорошо, я получил тапки, это, видимо, был какой-то мини-босс. Окей, положим сюда. Это у нас сюда еда. Короче, все положу ненужное, да. Вот здесь, ребят, все ресурсы, которые я добыл, ну, так сказать, в прошлой серии. На самом деле, я записывал как раз дня 3 назад. Хотел просто ничего не строить, ничего не делать, просто записать. Но получилось какое-то говно, честно говоря, и вот как-то так, да. Так, что я еще хотел сказать? А, у меня, кстати, еды много теперь. Все-таки я смог развить, так сказать... огород свой больше сделать, видите, всякая картошка теперь вырастает, все такое. Вот давайте мы как раз ее посадим тут везде. Это пока что вся картошка. Всякие арбузы, все на свете, тут куча пшеницы, как раз изумрудики, вот, видите, там куча животных, короче, круто, вот, видите. Вы сейчас, наверное, спросите, что это за яйца такие. На самом деле, я не знаю, откуда, как это вообще получилось. Короче, в прошлой серии я с помощью яиц, с помощью куриц смог делать омлеты из обычных яиц, да. Но сейчас у меня получились такие вот яйца из обычных яиц. Ну, вот как еда, да. Но они восстанавливают, получается, 2,5 голода. Видите, сколько их у меня? Это вообще 6. Вот обычные омлеты. Короче, видите, моды разные. Но суть такая же, видите, обычное яйцо... Обычное яйцо. То есть, ну, вы понимаете, да. Кстати, что еще забыл сказать? У меня как раз подвал... такой вот появился, да, склад, точнее, да, внизу, вот, видите, как раз сюда зашел сейчас, и, в принципе, показываю, да, вот, видите, он будет тут маленький, но все-таки он будет, вещь уже некуда девать, как видите, ну, то есть, я решил тут немножко отсортировать хоть как-то, ну, тут, конечно, фигня, вот тут хотя бы только ресурсы, да, а, ну, тут еще камень, его мы ниже убьем, окей, отправляемся, ребята, в мир, да, я его нашел... серии 2 назад, наверное, я просто не показывал. Я бы хотел в прошлой серии в него пойти, но решил то, что каждую серию в новый мир ходить, это как-то не очень, и решил другими вещами заняться. Видите, я тут уже 2 смерти получил. Кстати, умно будет здесь поставить метку. Метку портала. Да-да-да. Кстати, будет лагать. Так. Что это за 2 изменения? Не понял. Так, ладно. Портал. Портал поставлю метку. Если что, то здесь, как бы, в моей сборке нельзя, как бы, ну, во-первых, вообще в этом моде нельзя никак самому сделать порталы.
нельзя никак самому сделать порталы, и приходится их находить самому. И вот такая вот, ребята, вот такие вот правила. Так, давайте мы этих чуваков попытаемся убить. Надеюсь, они меня не оттолкнут. Они очень далеко, как видите, уже отталкивают меня. Так, ну опасно, если я сниму нагрудник. Но я его надену, наверное, пока что. Буду стараться не падать. Так, я так понимаю, это вызыватель босса. Тут что-то надо поставить. Так, ладно, пацаны, до свидания, я валю отсюда. Опа, я не разбиваюсь. Благодаря своим крыльям обсидиановым, я, если что, суть какая, обычные крылья и вот эти крылья, они отличаются тем, то, что вот эти крылья, они быстрые, но прочности вообще почти нету. Ну, там 1250, а вот у этих 5000. Да, ну, в принципе, тут видно. Так, опа, что происходит? Так, давайте попробуем сломать дерево. Не, листья не выпадают, к сожалению. Это очень большой минус, потому что листья тоже хотелось бы получить. Ну или что-нибудь из листьев. Но они тут, кстати, как блоки работают, эти листья. То есть, да. Ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо. Что это было сейчас жестко? Капец. Капец, у меня вообще хп нету. Это вот эти собаки стреляют, что ли? Нифига себе, надо сваливать, ребят. Надо сваливать. Блин, они меня задевают. Ой! Блин! Чего? Что меня убило? Это очень странно, ладно. Так. Давайте назад. Портал 2. Ой, чуть не упал. Хорошо. Окей, попытка номер 2. Я не знаю, что мне здесь найти. В принципе, ну, реально, что мне здесь найти? Я думаю, здесь надо мне найти, наверное, какую-нибудь руду или что-нибудь такое. Потому что, ну, а что найти в этом мире? Я не знаю. В грибном мире, в принципе... Тоже вроде как какие-то руды должны попадаться. Но, кстати, большая ошибка того моего прохождения в том, то, что я забываю про крылья. На самом деле не про это, а про то, что я просто, даже если я нахожу миры, то я, ну, как бы не ищу ни руды, ничего. То есть я просто захожу немножко, ну, как бы, просто сижу в мире, что-то делаю в этом, и все. Ну, в этом или в грибном, который у меня был... Четвертый сей, да. Так, вы видите, это моя, если что, такая вот зона отдыха, так сказать, я не знаю, да. Зона, где можно отдохнуть. Я не знаю, можно здесь, кстати, верстак сделать или типа своего домика. Я... Кстати, почему бы и нет? Почему бы и нет? На русском пишу дом. Чего себе, я испугался сейчас. Я думал, что ты хербин блок поставил. Да, тут, кстати, же хербин есть. Надо про этого не забывать. Хотя, вроде как бы в таких мирах он не спавнится, но в любом случае надо быть осторожным. Так. Это быстрые крылья. Я не знаю, их, кстати, можно использовать. Они вот, если что, так крафтятся. Да-да-да. Они быстрые, о, видите? На них... О-о-о, здорово! А вот это уже очень хорошая находка. О! А вот это еще лучше находка! Ой-ой, тихо, все, пацаны, я... свидания. Блин, факела забыл. Смотрите, какая трудая. Вот это уже интересно. Ребят, вот я реально, я в этом моде очень мало чего знаю. Я знаю то, что он есть. Я развивался немножко совсем в этом моде. Ну, именно не в этом мире, а просто когда-то. То есть, поэтому вы, ребята, мне все объясняйте. Я в этих мирах только максимум летал. Все, то есть я ничего тут не развивался. Ничего не умею. Но, скорее всего, из этих кристаллов можно сделать, я не знаю, мечи какие-нибудь. Но мечи это 100%. Ладно, 95. Окей, я не знаю точно. Но просто мне кажется то, что... Ну, из таких кристаллов, например, в дивайнах ПГ можно было что-то крутое сделать. Так, до свидания. А я сказал, кстати, про свой крутой меч изумрудный. А, я летать умею, нифига, я забыл. Я забыл то, что я летать умею. Блин, из этих лагов я ничего понять не успеваю. Не успеваю, не понимаю. Так, короче, все, я свалил, пацаны. Капец. Чё меня тут все убить хотят? Но, кстати, эта изумрудная броня меня хоть как-то и спасает. Это очень хорошо. Да, я, правда, сейчас не полностью ее одел, поэтому опасно. Но она, видите, у меня она с эффектами. Скорость. Блин. Мне страшно, что меня сейчас убьют. Грудчесть 2 и сопротивление к урону 1. Да. Поэтому здесь все равно не так уж опасно в этой броне быть.
Она просто защищает, а и как бы еще сопротивление к урону. Так, пацаны, вы сюда не залезьте. Пожалуйста, нет, они залезли. Опасно. Тут, кстати, эти есть мои друзья старые из ада. Вот они. Да. Я случайно сейчас умер. Блин, мне нужны ботинки от падения какие-нибудь. Чтобы не терять урон при падении. Либо хотя бы не настолько большой, потому что, ну, это жесть какая-то. Так, чё они могут? Что из этого я могу сделать? Может быть, мечи? Просто чисто так посмотрю. Ну, Да ладно! Красивая. Просто 18 урона. Вот это называет... Ребят, ну, типа, развиваясь там на глазах, там, все такое, да. Вот я вообще не знаю, что в этих модах надо делать. Ну, нет, тут чисто, наверное, мечи. Блин, капец. Офигеть, 18, конечно, беру, 2000 урона. Кстати, а какая прочность, точнее, почти 2000, а здесь, нет, здесь больше, но все-таки ладно. Так, уберу. Мечик все равно хороший, его, правда, зачаровать нельзя. В этом очень большой минус, да. А иначе было бы вообще там 15, 16, 17 урона где-нибудь у меня. Так, опа, вот, ловите. Так, окей, можно? Да, можно. 6 кнопок. Блин, фигня какая-то. Вот видите, кстати, старый меч. На 12,5 у меня зачаровал. Вся, да. Давайте сюда все скидывать оружие. Блин, неплохо, смотрите. Новые ресурсы нашел, ребят. Это очень круто. Да-да-да. Теперь у меня хотя бы... Ну, одной ошибки меньше. Теперь я, видите, все-таки начал находить какие-то ресурсы. Стараться, все такое. Посмотрите, все-таки, кстати, FPS в этом мире очень много, ну, в принципе, я прям плавность какую-то чувствую. Ага, точно, я забыл, что мих сам не вошел еще. Вот, видите, в этом мире особо не лагает. Да, кстати, вот еще есть большая проблема в том, что, как видите, у меня сложность уже хард. Да, это, вот это очень плохо. Да, это очень плохо. Короче, я сломал там спавнер. А это значит только одно, то, что все хорошо. Так, погружайся давай быстрее. Я же не знаю, куда прыгать. А, ну сюда, я уже понял. Окей. Если что, прочность не тратится при том, когда я падаю. В принципе, с крыльями ходить с одной стороны хорошо, с другой не очень. Потому что я намного больше эффектов хороших получаю, когда полностью броня одета. Да. Тогда я сюда еще кирку положу. Кирку. Вот так вот. Крылья останутся, пускай коины. Короче, ладно, погнали искать руду. Интересную какую-нибудь. Да-да-да. Так, что там? А, это просто. Окей. Ну, чисто, ребят, сегодня серия будет в этом мире. Но я не против, в принципе. Не знаю, как вы. Не знаю вообще, как вы посмотрите эту серию. Будет приятно лайков 9 набрать. Лайков 9, 10. Вы, кстати, в последнее время очень много лайков набирать. Это что за пони или что-то? Нифига себе. Блин, меч там, 18 урона. Здорово. Нифига хера. Я прям там много хп. Фигачу. Блин, вот это очень крутой меч. О, здорово, пацан. Здорово. Я теперь сам отталкивать умею. Эти же пацаны очень далеко отталкивают. Но я совсем чуть-чуть умею. У меня же кнопок 1 все-таки. А этих же пацанов я не могу отталкивать. А, нет, могу. А если туда наверх подняться, что-то будет? А, ну там, да, спавн с босса. Вроде как. Где ты? Не вали меня только. Такой лагает. Поднимаемся. Смотрите, тут даже какие-то разные травяные блоки, или я не знаю. Земля какая-то красная. Непонятно вообще, какой-то странный мир вообще, жесть. Да. Ух ты. А, это камень, блин. Я подумал, что тут лава какая-то. Ну, необычная какая-то, не знаю, тут. Своя, своего мира лава. Я когда ломаю блоки, кстати, фризы есть. Вы их точно в видео заметите. Даже больше, чем я, наверное. Хотя это не точно, но все-таки заметите полюбас. Поэтому, ребята, это проблема. Это проблема, поэтому за это извиняюсь. Да. Ну, здесь я, наверное, ничего решить не смогу. К сожалению. О-о-о! Меня что-то перетягивает? Да, ребят, меня что-то тянет! А, это вот эта собака, это вот это... Видите? Я ничего не делаю! Она меня тянет!
Так, окей, давайте, давайте, давайте. Опа, убегаем. Блин, у меня до сих пор такое ощущение, что меня кто-то тянет. На самом деле нет уже. Ну и слава богу. Да умри ты уже, собака такая. Меня опять кто-то тянет, или это уже у меня все глюки пошли, походу, да. Ой-ой-ой, два сердечка, тихо. Опасно. Ой. Тихо, я заорал. О, там руда, руда. А, нет. А, это белые эти собаки. Я думал, что там руда белая какая-то. Ну, типа, я понимал, что там собаки есть, но их меньше, чем мне казалось. Так, а, есть одна. 8 уже, видите, 8 каких-то кристаллов. Стоун, там, не знаю. Окей, хорошо. Блин, жизнь просто на панике сегодня сея какая-то. Да хватит уже свои вот этот... Свои звуки, блин, страшные делать. А, нет, нет! Не хочу! Не хочу! Не хочу, я лечу нафиг отсюда. О-о-о-о! Лети, лети, на, лети отсюда просто. Просто лети. Вот просто лети и забей. Все, я спрячусь. До свидания. У меня одно сердечко. Нормально. Это норма, ребят. Это норма. Окей. Я просто здесь посижу, ладно? Думаю, вы не против. Хорошие листья на самом деле. Не ломаются. Ну, они ломаются, но в том смысле выпадают. Да. Вы видите, вот сейчас FPS нормально, у меня вообще 70 показывает. Но из-за фризов все портит, короче. Ёб твою мать, ты что так пугаешь, а? Капец, я испугался. Ладно. Так, тихо, убиваем камеру. Ребят, ну все-таки меч крутой. Согласитесь, меч реально красавчик. Так, ладно, у меня есть еще кнопбэк 2. Давайте, уж если мне выпал кнопбэк, давайте тогда до конца его качать. Да. Просто супер. Да, кнопка 2. Круто. Круто. Угу. Лучше не бывает. Давайте, я не знаю, тогда книжки делать или что-нибудь такое. Так, а книжка... Да, мне на две книжки хватит. Блин, надо, кстати, развести коровок побольше, потому что их явно маловато что-то. Ага, немного здорово. Окей. Потому что я хочу сделать всякие зачарования на книжках. Я, видите, я этот меч уже никак зачаровать по-другому не смогу. Только с помощью книжек. Окей. Раз. Раз. Протекшн. А вот протекшн это... Блин, у меня один уровень был. Я молодец. Да. Окей, сюда складываю. Смотрите, какая тактика у меня тогда интересная. Смотрите, мы берем вот это. Есть. Ставим. Ребят, я думаю, на сегодня это можно закончить, потому что сегодня чисто такая паническая, я не знаю, серия получается. Просто паникую весь, все такое, да, и как бы это, конечно, не очень хорошо. Ребят, я, в принципе, в любом случае рад, то, что я получил меч почти на 20 урона. Это же реально крутой меч. И я думаю, что до сих пор не конец далеко, это всего лишь второй миг у меня попался. Но, а также там миров, по-моему, 5 или 10 даже есть в этом моде. Именно моде Divine RPG. В принципе, да. Ну, вот сейчас на экране видите название, я просто его нифига не помню. Не то, что не помню, я... Да, я его не помню. Ладно, все, ребят. В принципе, на этом, наверное, реально пора закончить. Блин, капец, у меня живот тут уже. Ладно. Ладно, ладно, ладно. Все, ребят, пора закончить все. Всем спасибо. Всем пока. Все такое. И удачи, да. Пока-пока-пока. Ну и да. Вот я не понимаю, вот вы специально вот сюда все встаете, чтобы я не мог вас покормить или что? Я не знаю, короче. Все, всем спасибо. Пока-пока. Да. Ну а в следующей серии, я думаю, мы... не знаю, будем что-нибудь интересное делать, наверное, не знаю, чем скрафтим, что-нибудь сделаем, короче, интересно будет. В следующей серии точно. Да, потому что эта серия чисто была такая. Чисто гуляли по миру новому. Все. Немножко. Ой-ой-ой, тихо. Тихо-тихо-тихо. Нифига я отталкиваю. Я даже не знаю, это плохо или хорошо. Блять, наверное, даже плохо. Потому что я их отталкиваю. Да, это точно плохо. Ладно, все, пока.